Приветствую всех любителей сыра и не только. Это Tales of Iron, и мы продолжаем. Спасаем очередного брата, точнее не спасаем, а идем спасать очередного брата. Братьев тут много, а мы такой крыс один, поэтому нужно всех спасать. В принципе, нам не очень далеко осталось, хотя там может быть переход на следующую локацию, но мы открыли топор. А это значит, что нам нужно сейчас спуститься вниз. И вот там внизу прорубить стену. И, возможно, еще вот сюда сходить. Мы там не были. Именно потому, что мы там не были. Потому что у нас не было топора. Так, тут я был. Там у нас проход в ядовитые комнаты. Нам это не интересно. Я думаю, через низ сейчас пройдем. Заодно можно топор будет потестить. Так. А, я не могу, да, щит ставить? Ой, сам виноват. Ой, какой он попрыгун. Иди-ка сюда, родной. Нормально. Ну, я, честно говоря, думал, дамаг будет посерьезней. А дамаг такой себе. Так, стену мы раздолбили, засейвимся здесь, потому что там наверняка нас ждет кто-то серьезный, кто может там нападать. Вот, например, вот этот вот жук-убийца. Так, нас тут ждут мухи. Только вообще-то в них попасть не могу. Наверное, из-за этой травы. Минус одна. Ай, очень больно. И меня убили. А там какая-то это отметка показывалась. Или это лут подобрать? Проблема этих мух в том, что, или кто это, комары, что у них очень сплэш большой. Так, это мне постоянно придется разбивать. Да. Нам уже сдохнет, а? Так, минус одна. Минус вторая. Нормально.
И что мы тут имеем? Там наверху какой-то сундук. Надеюсь, с лутом. Так, у меня до него как-то надо добраться. А, тут поверху можно проползти. Окей, нормально. Живем. Хилимся. Живем пока что. Оу, май. А, именно защита от мух. То есть тут от жуков и от мух разная защита. Кстати, гораздо больше защиты дает. Прям ультра больше защиты. Но. Давай, наверное, используем. Тут еще и копье, ё-моё. Меньше весит, больше дамажит. Блин, что хорошо-то. Это прям очень хорошо. Так, наверное, до туда мы не допрыгнем. Хотя, вполне возможно. А что мне мешало здесь пройти? Или у меня тут тоже был этот... закрытый проход, нет? Поверху-то я мог спуститься, или там перекрытие было? Ай! Не зацепился. Наконец-то, я думал, я не запрыгну. А, тут был вот что, тут был закрытый проход. Так, а почему я не пошел тогда сюда? А, сюда не пошел, потому что входа там не было, логично. Пойдем только посмотрим. Что там может быть? Понятно. Возможно, тут будет босс сверху, раз тут сейф и стрелы. Что это у нас? Оу май! Это двуручное. Оно больше весит, но больше дамажит. Это какая-то кувалда, что ли? Ну-ка. Или это каменный топор? Ну, мувсет такой же, как топора. Мне кажется, копье эффективней. Им быстрее бьешь, а дамаг, оно вроде наносит столько же, если не больше. Пока эта муха там валяется, комар. А, и все? Серьезно? Я ожидал чего-то более, честно говоря. Ну ладно. Залутали шмотки, залутали
Копье, залутали двух рук. В принципе, очень неплохо зашли. Имело смысл. Жаль, что фаст-тревела нет, конечно, но... Да, теперь далеко пилить. Ну, как говорится, чем богато, тому и рад, да? А это очень странно. Я думаю, я смогу как-то слезть по лестнице, но в итоге не смог. Так как убивать не обязательно? Я правильно бегу-то? Нет, неправильно. Мне надо наверх. Так. И вот мы снова на свежем воздухе. А, топор, да-да-да, мне нужен топор, да я понял. Как приятно рассечь топором прочную древесину. Реджи задумался, пробьет ли такой топор лягушачьи щиты и лягушачьи черепа. Еще как пробьет. Так, тут у нас, наверное, надо лягушачью броню напяливать, я думаю. Хотя она меньше защиты дает. Тут длинный коридор, плюс какой-то спуск небольшой есть вниз. Опа, привет, Джабули. Как дела? Угу. Тут у нас что, чья-то могила? Деревянная статуя, символ урожая. Эта видавшая виды статуя посвящена плодам земли, без которых ни одному королевству не выжить. Статуя выполнена из мрамора высшего качества. Она кажется чужеродной в этом темном и грязном месте. Тут какой-то пьедестал вообще, тут что это такое, я не знаю. Непростая пещера, короче. Как бы нам не отхватить потом за то, что мы потревожили это место. Да, я крыс, я слышу этих крыс, жаб. Моя очередь. Ай. Как вам такое, ребятки? Двойная работа. Я, кстати, щиты, наверное, могу им пробить. Да. Рейнджер был счастлив помочь королю. О таком не стыдно потомкам рассказать. Да, с топором, конечно, все гораздо проще. Он, правда, медленный. Но жабы отлетают и щитами, и не щитами. Они, во-первых... Нет. На запас. Они, во-первых, станется, а во-вторых, они опрокидываются. То есть это очень облегчает задачу. Молот кузнеца. Он никогда бы не бросил его по своей воле. Так, ну, похоже, мы идем по верному следу.
Братуху утащили куда-то именно сюда. Единственное, в чем проблема, я не могу использовать щит с дуруком. Реджи был благодарен за помощь, ведь ему нужно было как можно скорее найти брата. Вот только жив ли он еще там, в башне? Не знаю. Будем посмотреть. Ой-ой-ой, хорош. Лук, который получен. Надо луком еще пользоваться, я его игнорирую. Он режет крысу. Это босс. Блока-блока. Ай. Так, его прокинуть нельзя. А он мансит как боженька, ребята. Так, а давай попробуем одноруком. Ай, попробовал. Но одноруком гораздо быстрее, меньше дамага. Прощай. Так, мы с него что-то поднимем сейчас, да? А мы поднимаем с него броню против жаб. Но она меньше по весу, точнее больше по весу и гораздо меньше по защите. То есть смысла в ней нет. Ну да, она очень сильно дефает от жаб, но я возьму ее про запас. И одноручный топор, который тоже во всем хуже. И мы пришли в башню, ребятки. А вот и братан наш. Здорово, бро. Как дела? Да так, хреново, меня жабы утащили. И ключ наверху. Кузнец был жив, но ключ к его свободе прибрал к лукам блоки магу. Могу. Безжалостный лидер зыбунных злодеев. Он обосновался на вершине башни, оттуда отквакивал приказы своему клану. Вскоре деревня превратится в руины, и лягушачье отродье будет пировать на костях нашего народа. Ну, я бы не был так уверен в этом. Похоже, нам предстоит перестрелка. Так, это что у нас? Еще большая стойкость от комаров. Намекают мне якобы, да? Ну, нет, у меня и так есть, зато защита тут сильно проседает. Я лучше возьму про запас, посмотрим, что нас там ждет. Если что, переодеться всегда успеем. Здоровая тварь. Привет. Ай. Так, прыжки опять начались, мои любимые. Похоже, надо его дуруком бить, да? Обратите, на заднем фоне барабанщики. Блин, прям на меня прыгает. Он душный парень.
Да, надо его двуруком раскидывать. Угу. Так, меч достал. Интересно. Это как мансить? Надо за спину ему прыгать или как, я не понимаю. Или просто блок ставить? Что-то я не понимаю, как этот меч отражает. Вроде как со стрелами надо блок ставить. Я будем разбираться. Он обезумел. Довольно душный был тип. На. Труп гнусного блоки магу неподвижно валялся на полу. Доквакался. Да, доквакался. Ну, довольно душный парниша, но интересный. Разнообразные атаки. То есть не тупо спам одной атакой и прыжком. Несколько стадий. Так, этот ключ, отобранный у капитана лягушек блоки магу, поможет освободить кузнеца. Ага, щит его, да? Жабий. Он по весу чуть выше, но по защите давай возьмем. И его двузубец. Нет, его мы скинем на клад. Пойдем братуху освободим. Так. Отлично. Так, я снова свободен. Теперь я отправлюсь в замок и буду исполнять свои обязанности. Освобожденный кузнец вернулся в Алую крепость, а рейнджер возвратился в сторожку, намереваясь возродить гильдию. Юный король решил, что их обоих стоит навестить. Погодите, а что там внизу? Внизу проход в ядовитые тоннели. А я пока сюда попасть не могу, да? Да. Ладно, окей, пойдем. Мне надо к нему, и потом мне надо вон туда, блин, далеко. Да я понял, я понял.
Яд, если намазать им клинок, врагу не поздоровится, какого бы роста он ни был. Очень полезное преимущество для Реджи. Ага, я могу яд наносить, да? На оружие. И вон он, какой период времени действует сверху, слева. Отлично, да. Хорош. Спасибо за яд. Лишним точно не будет. Так, а там у меня еще какой-то квест наверху. Ага, он за 20 вот этих жевал может сделать мне яд, правильно? А как мне с ним поговорить? А сколько я могу максимум с собой таскать? Две? Не, не две, больше. Но пока пусть будет три, не хочу все тратить на яд. Так, наверху ничего нет, а тут доска с заданиями. Ликвидация гнезда червей, охота на червей, нашествие червей в канализации. Ну давай, это сайды, но они мне нужны, я так понимаю, монетки вот эти, они для чего-то потом понадобятся. Эти черви проберутся куда угодно, даже в канализацию. Еще немного, и королевство будет вонять, как лягушачьи земли. Я могу сразу два квеста взять, чтобы потом не бегать? Бля, не могу, серьезно? Но это немножко странно. Заниматься вот этой беготней, это такое себе. Ну ладно. Тут недалеко хотя бы. Да. Так, а ты кто? Юный рейнджер предупредил короля о серьезности того, с чем он столкнулся. Подробное нашествие червей нельзя недооценивать. Ай. Отдохни. Это у нас что, весы одноручить? Нет, пусть на складе лежит. А тут у нас больше защиты. Защита от жуков, но больше веса, да? Давай такой вот возьмем. Нет, червей и вони нет, да. И две монетки получили. Ну, по крайней мере, сайды, вот по, если судить вот по первым, да, квестам, тут выполняются хотя бы... Бля, правда, сейчас возвращаться далеко. Выполняются быстро. Это уже радует. Нельзя взять несколько штук, но ты не очень много времени тратишь на все это дело. Если только вот так вот не падаешь, как я. Ну странно, да? Как бы вот он выполненный висит. И могу еще раз его сделать для опять вот этих жвал. А второй сразу я взять не мог. Опять черви, ничего, настанет день, когда Реджи будет править королевством и не чистить канализацию. Да, кстати, почему я этим занимаюсь? Король я в конце концов или кто?
Так, мне сюда, но тут тоже близко. Так, тут пованивает червями, похоже, пованивает, да? Так. Ой, это я ошибся. Бля, я не ту кнопку нажал. Не то. Нормально. Рейнджер поблагодарил Реджи за спасение, но ему по-прежнему требовалась помощь. Он в жизни не видел нашествия подобных масштабов. То есть мы еще не закончили, да? Но их тут было действительно много. Надо было яд использовать, я про яд забываю. Еще чуть подальше, да? Окей. Нет. Ай, больно. Тут может быть кто-то покрупнее. Нормально. Душновато немного было, но нормально. Так, дамаг такой же. Вес чуть побольше. Выглядит прикольно. Из жучиной лапы. Но брать не буду. А вот чит лучше. Из жучиной головы такое я возьму. Пусть жуки боятся. Юный король надеялся, что это последний раз, и что запах брони выветрится. Я только не понимаю, почему они жуков червями называют. Ну ладно, может это перевод такой. Так. Все, теперь можно идти дальше.
Да, то, что мне, правда, приходится вот так вот беготней заниматься, это тоже такое себе. Добавили бы фаст-тревелов побольше, не? Привет. Слушай, надо жуков убить. А точнее, не-не-не, я не это хотел сказать. Ты убил жуков, ты красавчик. Да, я знаю, спасибо. Так, тут у нас ничего интересного. Хотя вон там какой-то лут сверху лежит. Не знаю откуда, я вроде тут все подбирал. И мы почти пришли. Так. Можно что-то купить в доме в этом, да? В деревне кое-где еще тлели руины домов, но такие мелочи не могли помешать прирожденному бизнес-крысу вроде лавочника. Бизнес-крыс. Надеюсь, он платит налоги. Я ведь проверю. Здорово. Так, стрела. И связка стрел. Но в этом смысла нет. Это пока закрыто, да? Но у него какой-то чертеж есть. Чертеж нового оружия или брони. Теперь кузнец сможет сделать этот предмет. Это нам обойдется в 3 стальных слитка и в 3 жвала. У нас и то есть. Берем. Как раз к кузнецу идем. А, я могу несколько. Вот только я думаю, мало мне пригодятся еще слитки. Ну ладно, возьмем на все. 5 чертежей это... Может, я, конечно, личку накупил, но там будет видно. Привет, ребята. У вас тут отдых. Ну ладно, я пойду. Заодно посмотрим, что он сейчас накрафтит. Есть ли этому лимит. Так, здорово. Что он от меня хочет? Иди туда. Куда туда? Капитан стражи попросил юного короля пройти на поле для испытания. Он хотел кое-что проверить. Что проверить? Я вообще-то к кузнецу шел. У меня там чертежей целая куча, так что... Ну ладно, пойдем, может, чему-нибудь научит. Там памятник поставили, смотрите, Крысусу. Памятник его отцу, королю Крысусу. Сейчас скорбеть некогда, нужно спасать королевство. О, арбалет, у меня арбалет, да, серьезно? Thank you.
Кстати, без щита двуруком я защищаюсь точно так же, как и щитом. То есть разницы особо нет. Блин. Под удар попал. Ну давай. Арбалет из лучшей древесины твердых пород. Оружие достойное короля. И два рецепта мне еще подкинул. У меня этих рецептов теперь дохрена. Может, не стоило столько покупать. Арбалет заменяет лук. Я думал, это два разных оружия. Нет. Это просто замена. Хотя, по сути, это арбалет и лук — это два разных оружия. Ну, ладно, не будем. Не будем поддушивать, не будем включать фаерку. Кто знает, тот знает. Это секунду, мне вроде какие-то другие падают стрелы. Ну, болты точнее, да? Надо посмотреть будет. Разными вещами они стреляют или не разными? Так, где мой... Вон там, сверху мне в кузницу надо попасть, да? А там был проход. Ну, давай поговорим сначала с ребятками. Шеф заявил, что восстанавливать крепость нужно с кухни, так как рабочих нужно кормить. А еще им нужно платить. Там 8 голды ему надо. Когда наступит золотой век этого королевства, Реджи изобретет налогообложение. Но сейчас ему придется выполнять задание старейшины, чтобы пополнить казну. А, так у нас налогообложения нет. Окей. Надо 8 монет, а у меня всего 6. Нужно еще 2 монеты, да? То есть, как бы это прискорбно ни звучало, мне нужно гриндить. Ну как гриндить? Выполнять сайды. Они пока тут такие простенькие. А, я, то есть, я даже и скрафтить ничего не могу. Мне кузницу надо еще восстановить. Тут все завалено. Окей. Так, погодите, я все квесты выполнил, что они от меня еще хотят? Еще что-то? Ну понятно, строители 8 монет. Секунду, а где мне взять сайды? Мне не хватает 2 монет. Или я могу туда пройти? Старейшина, там в деревне же. Тут тоже все закрыто. Ну давайте смотреть. Может, меня там на улице встретить сейчас? Да нет. Тогда погнали в деревню. Там, значит, там должны квесты появиться. У старейшины. Может, они мост починили? И я смогу на ту сторону перейти. И там квесты выполнить. Да, квесты появились. Только очень далеко. Старейшина, ты куда забрался, братан? Пойдем проверим, может, мост подчинили. Ну, как бы в процессе, да? Окей, ладно. Ну, побежали, выбора все равно нет. Ага, тут меняют жвала на слитки. И слитки на жвала. Выгодный курс.
Пойдем к барыге зайдем. Привет, барыга. Болты, не, все-таки это разные вещи. Оу май. Арбалетных болтов, то есть понятно. Ладно, тогда мы не душили. Я думал, это идет как одно целое. Ни хрена. Так, а где обмен на золотые монетки? Чтоб я к старичнику этому не бегал 200 раз. Вообще старейшина тут сидит. Это у мельника, что ли, задание? Ладно, придется бежать, выбора нет. А то, что хоть Реджи бегает довольно бодренько. Для крысы в броне. Привет. У фургона торговца отвалилось колесо. Хозяин пообещал щедрую награду за быструю замену. Я вообще-то король. Никак мне его заменить? Мне колесо надо, что ли, найти? Я колесо по пути не встречал. Интересно, у него жук? Погонщик. Повозчик. Извозчик. Колеса пока я нигде не находил. Я находил медведя, находил статую какую-то, но колеса я не видел. Я даже не мельница, это куда мне, к рейнджерам, что ли? Блин, да к рейнджерам. Я мог телепортироваться туда сразу. Вот я тюлень. Так, а тут они уже, смотрю, восстанавливают, да? Да. Молодцы. Опа, ты колесо мне дашь? У дровосека было колесо, он готов отдать его за определенную плату. За 20 жвал, братан. Блин, теперь возвращаться? Ладно, давайте выполним задание. Хотя тут... Да нет, тут далеко бежать. Я вообще-то твой король, надо было мне колесо так отдать, я тебя запомню. Занесу тебя в список черных лесорубов. И будешь знать, братан. Блин, это ниже. Так, 4 монеты мне дадут. Лагерь лягушек-разбойников. В деревенской канализации разбила лагерь банда лягушек. С ними нужно разобраться, пока они снова не начали грабить местную ферму. Окей. Погнали. Обнаружен разведотряд лягушек, который ищет слабые места в защите деревни. Надо устранить их как можно быстрее. Где они? Ладно, пойдем. Так, мне куда? Прямо вниз. А, не там, окей. Так, а вот этим не быстрее? Да, этим быстрее. Я думаю, броню переодевать не буду. И там внизу они сидят, на нижнем уровне, да?
Так, там два щитовика. Жаль, что удара в прыжке тут нет. А рейнджер со мной, да? Они довольно слабенькие, кстати. Робин уже давно выслеживал этот отряд. Он стал отличным помощником Реджа в борьбе с болотным отродьем. Ай-яй. Не достаю, длины не хватает. Нормально. Больно. Как тебе арбалетные болты, сынок? Ай. Это я обнаглел. Хотел его добить и пожадничал. Серьезный жаб. Сейчас все сначала, да? Блин, да, все сначала. Не надо было наглеть. И надо ядом пользоваться начинать. Robin had been tracking this warband of frogs for some time. They were becoming quite the team in dealing with pond scum. Блин, опять херней занимаюсь. Ой-ой, бля, я кнопку перепутал. Я думал, я хилюсь, а я атаковал. Так, это уже никуда не годится. Во-первых, до них идти 20 лет. Надо разобраться с этим раз и навсегда. А не заниматься херней. This warband of frogs for some time. They were becoming quite the team in dealing with pond scum. А вот это меня анимация очень подставила.
Тут уже я замечал, такое бывает, если анимация заканчивается в момент удара врага, то он тебя обязательно атакует. Нормально, скаут его забил. С разведотрядом покончено, и деревня снова в безопасности, хоть и ненадолго. Так, это запас. Ну, довольно серьезные жабы были, особенно вот это последнее. Защита меньше, вес лучше, защита от жуков. Нет, запас. Тут двуручный тесак. Веса меньше, урона меньше. Но бьет он, наверное, так же, как топор, да? Давай посмотрим. Не, у него выпад есть. Так. Монет у меня хватает, теперь мне надо как-то... А я могу отсюда телепортироваться? Да, тут же вот есть ТП-шка. Я ее просто тогда не заметил, наверное, поэтому я как идиот бежал так далеко. Нормально. Блин, а я тут не поднимусь? Твою мать. И где мне выходить тогда? Ну там. Хотя нет, тут должен быть подъем. Нет, его тут нет. А, нет, он тут есть. Он тут есть. Я же могу под сеном прыгать. Просто это так редко пока используется, я об этом постоянно забываю. А, мне же еще нужно... Блин, мне нужно колесо отдать. Мне по-любому надо возвращаться ногами. Так, я колесо тебе принес. Ты принес колесо? Да, я принес колесо. Фургон починили, и торговец теперь снова может продавать свои знаменитые жемчужные леденцы. Двуручное копье? Оу май. Она лучше по весу, лучше по урону. Ну понятно, меч у меня похуже, чем топор. Защита лучше.
Вес чуть побольше, но снимает стойкость от всех. Но это прям броня-броня, это доспехи. Мы теперь настоящий крысиный рыцарь и король. Красавчик. Да, я такой красавчик, я бы даже сказал. Так, одноручное копье. И пика. Блин, она мне нравится. Мне нравится, чем она. Тем, что ей можно колоть издалека. Правда, на подготовку много времени уходит. Но я теперь прям копейщик-копейщик. Так, откуда, куда ближе? А тут уже ближе дойти, поэтому пошли сюда. Так, ну что? Я собрал деньги, а вы мне их забираете? Отлично, теперь я восстанавливаю столовку. И пошел. Так, мне кузницу тоже надо будет восстанавливать. В битвах с лягушачьими отродьем не мудрено проголодаться. Если бы Реджи нашел нужные продукты, шеф смог бы приготовить для него пир, достойный короля. Так, лягушачья защита, ну нет. Я ее оставлю про запас. Это что? Просто голова крысячая. Какая-то ощипанная. И повязка тоже про запас. А вот меч-то он неплохой. Он лучше по дамагу, но это не копье, это меч. Ну давай, я довольно долго бегал. Довольно долго бегал с копьем. Возьмем, наверное, вот такой классический. А щит похуже, да? Да. Но полегче, нет. Щит оставим. Так, кузнец пришел. У меня денег больше нет. Нужно восстановить кузницу, братан. Нужно 10 монет, братан. Кузнец наверняка слышал от шефа о том, что если потрясти Реджи, посыпется золото. Но восстанавливать армию было необходимо, ведь лягушачьи кланы могли и вернуться. Еще 10 монет, окей. Потрясти Реджи и посыпется золото, мне нравится. Их намеки. Надо потрясти, чтобы из меня 8 монет высыпалось, как минимум. Так, ну посмотрим, на что пошли. Так, там мои покои. Там куда-то проход наверх. А, ну пока тут все закрыто, да? Посмотрим, на что пошли мои деньги. Так, этот рецепт у меня пока самый обычный. Вода, коренья и ягоды, да? А что у меня? А, у меня дают плюс к хипам. Но мне это все надо принести. А могу я это взять все в подвале? Или там уже в подвале ничего нет, надо проверить. В подвале уже все украли до нас. Хотя вот тут ягоды лежат, вода есть. А туда я попасть пока не могу, да? Ключ нужен? Да. Получается, я заплатил пустоту? Пока что, да? Где мне овощи-то эти брать? Овощи, фрукты. Слышь, братан, мне кажется, ты меня обманул немножко. Я король, и мне не хватает на простейшую еду. Смотрите, какой грустный вид у Реджи. Очень грустный. Лучше никому об этом не рассказывать. Так. Наверх я попасть не могу, да? Тогда уходим.
Этот стоит денег ждет. Все стоят ждут денег. Прям все как в реальности. Тогда надо опять идти тайды делать. Нужно больше денежков. Так. Сайды есть у старейшины, и есть у рейнджеров. Давай тогда к старейшине сначала. Проблемы шахтеров. Шахтеры сообщили, что в подвал заползли черви и не подпускают к инструментам. Королевству нужно железо, поэтому червей придется ликвидировать. Снова в шахтерском подвале развелись черви. Снова они не дают рабочим взять инструменты, а из инструментов не добыть железо, так необходимое королевской армии. А, они, похоже, мост построили, наконец-то. Ну хотя бы посмотрим, что на той стороне. 4 монеты мне за это дадут, а мне надо 10. То есть еще одно задание, наверное, да? Да, мост построили, красавчики. А дальше что? А дальше там еще какие-то проходы. Но сначала сходим по Сайду. Так, привет. В подвале развелись черви, и теперь шахтеры не могут дать инструменты. Если проблему не решить, шахты будет простаивать дальше. Угу, спустись вниз. Спустись вниз. Ой-ой-ой, это что, коса смерти? Оу, май. Сам Танатос, похоже, спустился на землю. Забираем. Двуручная. Ну, это, наверное, она как топор идет. Мне просто... Да, блин. Я хотел с копьем остаться, но хотел посмотреть мувсет. Думал, мало ли другой. Не другой, печально. А тут здоровые яйца. Здоровые яйца у этих жуков. Шутка окончена, можете смеяться, ребята. Я задолжил камень анимации. Давай, иди сюда, родной. Так, все, да? Ну, копье надо вернуть. Копье мне нравится больше. Хотя я его еще не использовал, но колющие атаки, они безопасней для меня. Хотя не, я, кстати, монет еще не получил, так что, возможно, не все. А что у нас там? Опа, привет. Защита от мух.
Блин, я могу одеться в лысую крысу. Это как-то странно. Защита, стойкость от мух, но защита маленькая. Слушай, там были здоровые черви. Но с ними все кончено, да. Блин, неплохо выглядят шмотки. Я бы как-нибудь кастомизировал перса, я не знаю, но я на статы смотрю. Двуручный меч. Ну давай, но я все равно копье возьму. Черви были убиты, а шахтеры смогли забрать свои инструменты. Они обещали работать круглые сутки, пока не добудут достаточно железа для королевства. Что, давайте, наверное, сюда тогда сразу сходим. Ой, не... Ой-ой-ой-ой-ой, не сходим. Туда сходим потом. А хотя, погоди, это вроде перемещалка, не? Или я туда пока не могу? Это шахта. Я туда могу попасть, нет? Так, давайте сменим на копье. Я хочу посмотреть. Оттуда я могу телепорт юзануть? Там вроде телепорт. Доска с телепортом, не? Бля, она в процессе стройки. Ага, я теперь могу сюда прыгать. Да, похоже, она в процессе стройки, доска с телепортом. Тогда мне тут делать нечего. Так, тут мы выполнили квест, он был тут один, да? Теперь нам надо прыгнуть в сторожку рейнджера. Правильно я понимаю, по пути же никаких сайдов не было, типа, достань колесо там. Вроде нет. Я опять ушел не туда. Так, что тут от меня хотят? А тут от меня хотят еще квест на две монеты. Ликвидация гнезда москитов. Москиты. В глубине канализации обнаружено гнездо москитов. Его необходимо уничтожить. Погнали. Очередная жучиная охота. Эти хотя бы держатся подаль. Ну, большие комары довольно душные, ребята. Так, опять куда-то в глубины ада надо спуститься. Ох, хорошо-то как кольнуло.
Так, воняет москитами. Да-да-да, именно имя. Ой, там много москитов. Там целое гнездо москитов. Не успел Реджи закончить работу, как явился Робин, и сказал, что нашел еще одно гнездо. Они плюются, ублюдки. Так, а гнездо мы так и оставим? Где еще? Так, я еще туда быстренько перебегу. Реджи, этот, не Реджи, как ты, Робин, куда ты пошел? Тут можно пройти. Там еще парочка москитов. Ай. Они довольно больно лупят. Отвали-то от меня. Так, привет, погнали. В гнезде москитов было полно яиц. Робин надеялся уцелеть, чтобы потом рассказать внукам. Это все? Это все. Так, это что, одноручный? Нет, это мы оставим на складе. Это копье двуручное. Но оно такое себе. Его королевство отстраивалось на останках жуканов. Жуканов? Окей. Так, отлично, монеты есть. А это значит, можно кузницу восстановить. А это значит, новые рецепты. Это значит, новое оружие и броня. А как мне побыстрее отсюда выбраться? А никак, только вот так, да? Ладно, пойдем. В смысле 8 монет? Блин, я думал мне там заплатили как раз то, что нужно. Похоже, нет. Опять москиты. Вы серьезно? Ну, давай. Снова москиты. От их топота аж пол трясется. Блин, теперь еще дальше. Ну, это начинает подушивать немного. Вот эта вот беготня. При том, что она обязательна, то есть я не могу ее не выполнять. Иначе я по сюжету не продвинусь.
Ну ладно, пойдем опять москитов убивать. У меня особо выбора нет. Так, куда мне вниз? И туда, да? А, вниз-то мне туда. Ё-моё. А тут пробито, серьезно? Она же обновлялась постоянно, не? Мухи мне не до вас. До свидания. Опа, а тут яд можно восстановить, серьезно? А я его покупал. Здорово. А, у меня максимум 3 из 3. Опа, там вон на заднем фоне огромный москит летает. Вот это интересно. Иди сюда. Ай. Больно. Я сейчас смогу накопать? Да, отлично. Так, то сейчас будет бой с большим москитом. Добив всех этих москитов, Рэд же задумался, откуда они здесь берутся. Ой, какой шлем хороший. И щит хороший. И копье хорошее. А, погоди, гигантского москита не надо убивать. Видать, потом его надо будет убивать. А я уж на босс-файт рассчитывал. Ну ладно, прибарахлились очень прям хорошо. Щит, шлем, меч. Ой, меч, копье. Прям нормально. Ой-ой-ой, еще подниматься, подниматься, еще раз подниматься, да? Теперь я могу возвращаться все-таки. Ага, поскольку копье бьет по прямой, я с замахом не могу ударить сверху вниз. А в воздухе он тут не бьет. Да нет, ну давай, давай, давай. Хорош. Смог лапками зацепиться, как коготочками. Ой, что-то у меня припадок у Реджи. А что случилось-то? Что-то забаговалось. Так, и мне теперь вот туда, потому что там у нас фаст-тревел.
Ура. Это занимает приличное количество времени, на самом деле, это беготня, и это немножко расстраивает. Я не думаю, что игра сильно бы пострадала, если бы больше фаст-тревелов поставили или меньше беготни бы сделали. Наоборот, она была более комплексной. Так, ну я налутал бабки, братан. Отлично, теперь я восстановлю кузницу и буду ковать для тебя самое лучшее оружие и броню. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Теперь кузница так хорошо отремонтирована, что кузнец, скорее всего, сможет что-то сделать по тем чертежам, которые собрал Реджи. Так, меч двуручный. Больше дамага. Ну, я, наверное, возьму. Копье мне нравится. Но мне не нравится, что у него нет удара сверху вниз. То есть я не могу мух сбивать. Прикольная корона. Но нет, защита страдает прилично. Я оставлю свой шлем. То есть вот, у меня есть удар сверху вниз с мечом. А если зажать кнопку, он в прыжке его вообще делает. То есть еще лучше. Так, пойдем сходим в кузницу. Там у нас тренировочная комната. Так, ну что, братан, рецепты? Ты принес мне рецепты? Да, я принес тебе рецепты. А он, похоже, рандом создает, что ли, да? Серьезно? Я, то есть, выбрать ничего не могу. Да, он создает рандом. Да. Такое себе. Такое себе. Честно говоря. И как мне понять, какая это? Одноручная, двуручная булава. Ну, я не вижу, чтобы урон где-то увеличился. Вес только. Да, вес только увеличивается. Нет, оставим ее... Копье. У меня такое копье вроде было. Это опять же двуручное, одноручное. Ни хрена непонятно. Вот, это одноручное. Дамаг падает. Вес легче. Будет что-нибудь сегодня полезное, нет? Ну вот по защите есть шлем. Получше. Чуть защиты прибавляет и чуть веса, давай. То есть я вот так вот тупо буду эти рецепты открывать, я думал тут... Ну ладно. Окей. Давай тогда все тратить. Че их? Защита и вес. Вес очень сильно прибавляет. Ну и защита неплохо дает. Так, вес, защита, но против червей. Черви, кроты, москиты и лягушки. Мы кротов еще не видели. Нет, пока про запас. Это защита от лягушек, стойкость. Ну, такой мы вроде видели. Интересно, они тут не дублируются? Вроде что-то похожее у меня уже было. Так, тогда давай заглянем в сундук. Давай такой возьмем. Броню я переключить не могу, да? Да. Копье хуже, хуже. А, это к топорам она относится, да? Ну, смысла нет брать.
Ладно, уходим. Пойдем посмотрим, что там задание будет, и будем заканчивать на сегодня, я думаю. Так, оттуда мы переходим на верхний этаж. Угу. Так, опять деньги нужны. Теперь у шефа была новая кухня. Он пообещал, наконец, накормить Реджи по-королевски, чтобы никакого залежалого сыра. У деревенских лавочников можно взять хлеб, молоко и грибы. Правда, за ними придется сбегать. А, как обычно, меня куда-то на ферму посылают. Ну, беготня опять, окей. Ладно. Окей. Реджи вспомнил времена, когда короли отправляли своих подданных на задания, а не наоборот. Вот именно, вот именно. Это хорошо, что разрабы тут подшучивают над этим. Хоть как-то разряжает обстановку. Ладно, давайте, наверное, господа и дамы, заканчивать на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, что думаете по тому поводу, что я король и бегаю за колесами для каких-то купцов и со всем прочим, лазаю по канализации. Короче, пишите, с удовольствием все почитаю и на все отвечу. Ставьте лайки, это привлекает на канал истинных королей и продвигает видео. Подписывайтесь на контакт Рутуб, там я выкладываю все то же самое, плюс Twitch. Сюда идут три стрима с Ютуба. Инфа по стримам выходит в сообществе на Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. В Дискорд залетайте, ссылка в описании. Там вы можете предложить игру на прохождение или стрим, пообщаться с другими зрителями. В Дискорде присутствует бот, который кидает оповещалки о выходе видео на канале. И в Дискорде оперативно публикуются новости, связанные с каналом. Ссылка в описании, всех жду. На этом все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное, помните. Неважно, король ты или нет, задания сами не выполнится. Всем спасибо, всем счастливо.